Всем привет, друзья! С вами Amway921, у нас сегодня будет такой необычный форматик видоса. Сегодня я откуда, короче, взял инфу? Ну, честно говоря, нахожусь в каждодневном поиске какой-то темы, которую хотелось бы перетереть, нарубить бы хайпа немножко, и поэтому сегодня поговорим о том, куда катится онлайн в картошке. Все пишут, конечно, что он катится прямиком на дно. Вот прямо вот уже все летит уже, который год летит из 7. И, наверное, из этих 7, 5 лет последних об этом все говорят. Собственно, и вот что я, почему делаю это видео. Нарыл Сайтелло, сайт, который прямо реально от варгейминга. Он показывает реальную стату по дням, по часам, за все время ее тут сбора. Тут вроде бы как написано, что на этот сайт собирает стату с 15 года. И вот, наверное, отвечая на этот вопрос, давайте-ка поанализируем, насколько оно все катится и куда. Здесь еще на этом сайте, вот ну, ссылку видите перед собой, можно смело почекать и не только World of Tanks, но и World of Warplanes, блицы и корабли и все подряд. У одних там в блице, допустим, онлайн от прошлого года немножко поднимается. У кораблей летит наоборот. Ну не летит, но немножко снижается. И вопрос, чё кого? А в танках как? Все пропало или нет? И сегодня, наверное, самая тема этим разобраться, потому что сейчас в этом видосике мы будем этот сайт тупо тыкать. Вы это можете сделать без меня, открыть его там вот, вбить в адресную строку эти все буковки и чекать. И, во-первых, вот что сейчас, например, на картинке. Тут написано, что можно зумить онлайн, начиная от сегодняшнего дня и там типа 2 года назад. И все, вот дальше ранешних статистик, короче говоря, нету. Можно смотреть по 12 часов, по 24, вот так, например, выглядят танковые сутки. Чтобы вы понимали. И отвечая, например, на вопрос, а когда меньше всего онлайн, в какой час, да, наверное, вот где-то вот здесь. То есть самое дно онлайна примерно в 4-5 утра. Самый пиковый онлайн, все пришли с работы, со школы, да, сели вечером, и вот это пиковый дневной онлайн. На дворе у нас, практически первое число. А, написано же, вот для меня специально, 30 июня сейчас на дворе, я уже забыл какой день, 30 июня, и сегодня было в пике 380 тысяч онлайнов в танках. И такие, а где миллион? Ну, миллион был в другие дни. И давайте мы сейчас раскопаем, короче, эту всю тему, интересно же поизучать всю эту стату. Вот, например, так выглядят сутки, я вам уже сказал, вот так выглядит неделя, где этих суток 7. Заметьте, в каждый день свой онлайн, пим-пим, где-то выше, где-то ниже. Вот это выше почему? Потому что Sunday, воскресенье. Воскресенье, все как бы это того, ну кто там, кто еще не гуляет где-нибудь по солнечным ярким денькам, или не на дачах, или еще там где-то, они вот пуляют больше в выходные. Дальше у нас начинается вечер понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы, все там где-то гуляют, празднуют, суббота примерно отходит, воскресенье перед рабочей неделей все задротят. Вот так выглядит танковая неделя в онлайне. Интересно же? По-моему, дико интересно. Дальше тут 2 недели статистика. Ну, она, я думаю, будет такая же, как и неделя, по логике. И статистика месячная. Зацените, это последний месяц. То есть, как я понимаю, дай догадаюсь, это пик Sunday. Да, это воскресенье. Дай догадаюсь, тоже воскресенье. И она из раза в раз повторяется. То есть, статистика падает, прыгает, ночь, день, понедельник, воскресенье, и она скачет налево и направо. Это нормально, да ведь? Я тоже считаю, что нормально. Катится ли она здесь вниз на этом графике? Ну, пока не видно. Гом отнем, допустим, 3 месяца. Три месяца, наверное, ничего особо не даст, но видно небольшое снижение. А если мы полгода включим последний, то есть, вот, наверное, с 1 января, да, у нас вот, да, как раз с 1 января и до настоящего момента, до сегодняшнего дня. Тут что покажется? Что-то сайтик подвис, крутит, вертит, скрипит мозгами. Вот, случилось. Здесь, как я понимаю, пики по каким периодам? Хрен бы знал. Наверное, по дням, да, раз вот так много. Может быть, по неделям. Не, по дням, наверное. Здесь видно, что убывает. То есть, самый пик был, судя по этому графику, это вот у нас зеленая линия. И она показывает в левом, блин, курсор моргает. Вот здесь вот. Пока 835 тысяч игроков. Это пиковый был онлайн. Это, так понимаю, где-то вот здесь. Это январь у нас... 8 января. Это, знаешь, это как будто как воскресенье, только перед рабочей неделей. Последний день январских каникул, 8 января. Тут был самый большой пик. Дальше, потом, это, дай догадаюсь, какие-то праздники, наверное, 23 февраля. Дай догадаюсь, это тоже какие-то праздники. 17, наверное, 8 марта, там, плюс-минус. И дальше немножко убывает. И если мы откроем полностью год, то есть с момента прошлого июня, до момента сегодняшнего июня. То что нам тут покажет статистика? Сейчас вот мы и узнаем.
Ага, блин, вот тут блекло видно, не знаю, видно ли на записи, может быть, там сжатие YouTube это все поглотит, но я вам разрисую примерно вот такой вот график. То есть оно вот так вот поднимается до января и дальше опять снижается. То есть, например, ну, если открыть последние, допустим, не знаю, 3 месяца, давайте вот, да, 3 месяца, и рассуждать о том, что онлайн летит вниз, это немного не понимать сезонность. Есть такая в этом мире сезонность, лето, есть у нас, да вы что, серьезно, я вам точно говорю, есть лето, осень, зима и весна. Например, точно знаю, что всякие, ну, да, не знаю, с краю почему, лежит телефон на столе, всякие крупные анонсы телефонов, ну, допустим, Apple, да, все же смотрят трансляцию там у кого-нибудь, и все эти анонсы телефонов, они делаются летом? Да нифига, осенью, там где-то август, где-то сентябрь. Это в понимании года начало подъема, как в воскресенье, да, вот перед понедельником. И начало подъема, все эти анонсы, все это выходит уже в ноябре, декабре, все это зарабатывает максимальные деньги. Ну, если говорить про телефоны, например. Как про кинематограф. Вы хоть раз помните крупную какую-то премьеру тупо летом? Ну вот фильм «Аватар». Он, думаешь, летом выйдет? Да хрен. Всегда самые большие деньги на развлечениях делаются когда? Да вот как, наверное, по танкам судить, в те же самые дни. По праздникам, по зимам и по каким-то местам, где каникулы. То есть все обычно как, люди сливают деньги в декабре, всем дарят подарки. Сувенирка улетает в облака. Всякие там развлекательные проекты тоже. Летом все разъезжаются, никому ничего не нужно, все там это. На Ютубе взять ту же статистику, например. У Ютуба еще веселее по монетизации. Январь и февраль всегда на таком дне, что просто там святых выноси. А в декабре ты иной раз заработаешь столько, сколько, ну не знаю, в году ни разу не будет такого месяца хлебного, как декабрь. Везде своя сезонность. В танках такая же хрень. Летом во все года у них было падение. Если мы откроем, допустим, год, еще раз, это русские серверы, тут можем, смотрите, какие чекают еще, европейские, азиатские, там североамериканские. Допустим, вот это последний год. Это вот у нас прошлый июнь, это сегодняшний. Пик был в январе, все улетело обратно вниз. Если мы внизу двинем эту всю беду на год назад, вот так, то здесь, ну, в принципе, наверное, уже видно вот по нижней шкале сезонность. То есть всегда январь-декабрь и пошло вниз. Потом до января-декабря долетает и опять вверх. И это из года в год. Кто бы что ни говорил, друзья, но этой игре, нашим танкам, 7 лет. И вот если по этой статистике почекать, то, например, можно замерить сегодняшний июнь, прошлогодний июнь и позапрошлогодний. И увидеть, что, например, в нынешнем июне меньше всего онлайна, в прошлом было чуть побольше, в позапрошлом еще побольше. И здесь есть очень важный момент, который из этого графика вытекает. Вы помните июнь 2015 года? Я вот нет. Но оказывается, в этот летний период Wargaming, чтобы компенсировать очередное сезонное падение, снижение онлайна, а для них это ведь снижение не только онлайна, но и покупки прем-аккаунтов там, ну всего остального, короче. Чтобы это компенсировать, игроков как бы, ну не приковать компьютером, но застимулировать тратить время в танки, и летом в том числе. Они помните, что придумали марафон на Е25 в том июне. И потому, если мы посмотрим этот июнь 2015 года, то тут значительно, вот по average, период average это средний показатель онлайна за месяц, 335 тысяч игроков, да? Открываем сегодняшний июнь, 331 было, и тут 228. Открываем прошлый июнь, и тут 266. То есть, насколько больше было в 15-м из-за этого марафона? И вы помните, сколько там было, ну, не то чтобы хейта, да, наверное, даже хейта. То есть некоторые негодовали, мол, алё, я покупал этот танк за, как бы, за деньги, почему вы его раздаете марафоном? А другие, почему не дали мне компенсацию голдой, потому что я однажды его покупал, потом выполнил марафон. Ну, короче, там своя была беда. И подобные, ну не то чтобы выходки от Wargaming, но подобные меры стимуляции они осадили. Потому в прошлом июне не было вот таких больших пиков, которые можно было бы создать искусственно. Но в любом случае, это, короче говоря, тоже сезонность. А что в этом июне сделали они? В этом июне, если вы сейчас в курсе, что происходит, запустились ранговые бои. Это раз. Потом они какую-то готовят беду. Я вот тут даже открыл, что у них есть из... Ну, календарь, да, вот такой, типа, по месяцам. Вот июнь. Лето World of Tanks начались ранговые бои. На июль, на следующий месяц, они запланировали какую-то тут глобальную карту и движуху на ней. Я пока подробностей не знаю. Некую темную лошадку, то ли марафон, то ли хрен те что, на некий, ну я так понимаю, это Тигр 131, который реально существующий, живущий в английском музее. Дальше будет патч, дальше будет тут какие-то еще движни. О, всплывает сообщение, алло, прикольно.
присоединяйтесь. День рождения танков, август, и потом у них какая-то, ну, обычно уже после лета, у них будет опять подъем. Поэтому написали, оставайтесь с нами, типа, ГГВЦГ. То есть у них планы на это все есть. Посмотрим, что они приготовят, в конце концов, именно от новых патчей Wargaming будет и зависеть, какой у них будет онлайн. Но просто отвечая на самый простой вопрос, катится ли все к чертям, да, ну, ребята, ну, об этом реально все последние 5 лет из 7 каждый год все говорят. Все катится, вот в этом году хуже, чем в прошлом. Хуже, чем в прошлом. Тут, опять же, момента ровно два. Первый, все катится рано или поздно к чертям. Рано или поздно все падает, не бывает ничего вечного. И второй момент, дай бог другим играм катиться к чертям вниз, так как это делают танки, да ведь, судя по этому графику, 7 лет игре. Если, например, анализировать всякие статистики других игр, ну вот я тут нашел еще какой-то, короче, блин, а как объяснить, веб-архив статы на стимовских играх. Тут можно выбирать любой день, который хочешь, и показывается тебе текущий онлайн в разных играх. Например, если выбрать... Так, это выбирается день. Вот, что тут двигать-то, алло? Где тут кого? Блин, сейчас страница будет перезагружаться. Короче, во всех играх есть эта самая сезонность. Некоторые скажут, мол, о какой сезонности ты говоришь, например, в том же игре PUBG онлайн, и сейчас там типа высокий. Ну алло, этой игре-то еще и года нет. Где она будет через 7 лет? Сегодня нам весело, через год они все свои деньги соберут от продажи. И все, на вольные хлеба, что-нибудь новое там открывать. И где оно все будет, неизвестно. Через 7 лет ничего еще неизвестно, что будет. А эти не катятся, вот что я узнал на этом сайте. Нет, небольшие колебания есть, сезонность есть. Общее такое легкое, буквально там 5% снижение онлайна, наверное, ощущается. Но оно настолько сильно завязано у них на акции, на новые патчи, на всякую вот такую чешую, что, ну, не разобрать. То есть они в целом довольно умно себя ведут в Wargaming. Они поддают вовремя нужные активности, чтобы публика всегда была, ну, не то чтобы голодная, да, и желала еще добавки, но постоянно была заинтересована, возвращалась хотя бы узнать новости. Многие, я вот слышал, повозвращались, когда арту перебалансили, пришли проверять, а другие пишут: алло, ранговый бой? Я всю жизнь мечтал о том, чтобы моя команда и команда врага были одинаковы по скиллу. Короче, вот, наверное, о чем я сегодня хотел как бы рассказать. То есть, вывод-то какой, да, из всего этого словоблудия? Вывод следующий. Онлайн не катится к чертям. Он сезонно, каждый год катится к одинаковым чертям постоянно у всех игр. Мы можем даже реально... Ну вот мне тут лень чекать, потому что тут по дню оно вычисляется. Например, вот пиковый онлайн в CSGO. И по дню, ну лениво, сидеть тут графики надо рисовать вручную. Я вот не нашел такого простого ресурса, чтобы чекнуть статистику. Ну просто бам, и вот по всем играм в Steam, допустим, живой график, как здесь. Ну я уверен, будет одинаковая история. Я уверен, например, если посмотреть на график какого-нибудь там World of Warcraft, там он сильно круче падает, нет, гораздо более заметно. Игроки устали от игры. От CSGO многие устают. Я тут общаюсь с некоторыми стримерами топовыми по CS-ке и говорят, ну, я в CS-ку больше не играю. А почему? Да потому что я не делаю игру разрабы. Тупо забросили, там читеров одних миллион и прочего всякого этого. Все, короче, летит к черту, а здесь нет. Вот что я на этом, по крайней мере, сайте узнал. Ну и напоминаю еще раз, вы сами лично, вбив вот это все в адресную строку, можете почекать, поизучать, посмотреть, что здесь есть. Это, так понимаю, открытый источник, который всем доступен. Не нужно там регистрироваться, ничего, просто тупо открываешь, крутишь, вертишь и чекаешь статистику. Да, я ссылку в описании положу, чтобы было интереснее. Но тем не менее, вывод у меня хороший. Наша игра, а вместе с ней, что очень важно, и онлайн на стримах у нас, и все остальное, все не катится, потому что, блин, это же, как бы сказать, я не хочу, чтобы оно все исчезало, потому что это же сейчас для меня большая, важная часть моей жизни, все эти танки. Потому я смотрю, например, в этот вот график прошлого, как в некий прогноз и на будущее, что не так все и хреново, как могло бы быть. Вот о чем сегодняшнее было видео. Так что, отвечая на вопрос, катятся ли к чертям онлайн в танках, скажу, нет, не так, чтобы можно было бы бить тревогу. Так что смело играем, как бы веселимся и ждем радости. И еще, кстати, чтобы вот, я не знаю, марафона у них на Е25 нету, но как-то хочется подогреть публику, давайте мы вот что сделаем. Если это видео наберет 25 тысяч лайков, вот тупо потому что,
25 тысяч лайков, то на следующем стриме ближайшем, когда там вернусь из поездок, на следующем стриме мы разыграем, ну сколько? Ну, давайте 50 дней прем-аккаунта, ну, в смысле, 50 дней по одному прему. А если этот видос наберет, допустим, 35 тысяч лайков, то разыграем 100 раз по 3 дня прем-аккаунта. Это чисто от меня призы, тут, ну, нужно понимать, они такие, ну, не то чтобы щедрые, такие чуть-чутишные, ну, просто потому что. Нет марафона E25, да хоть таким днем прем-аккаунта немного тут добавим онлайн в игру. В общем, вот такие новости, поэтому жмите лайк, подписывайтесь на канал, и на следующем стриме мы разыграем всякой мелочни, ну, просто от доброты сердечной для вас, родных. На сегодня все, если было интересно, подписывайся, и увидимся на ближайших стримах. Всем пока! Враг обнаружен!